Воеводаха, пожалуйста. Господин, господин, вы очнулись? Вы наконец-то очнулись. Где Хаин? Она в порядке. Воевода в порядке. Видел, как войско Джанси спускалось с горы. Уверен, они спасли ее. Господин, отдыхайте. Увидимся с ней, когда вернемся. Вот. Цуй. Джанси. Генерал. Генерал! Ты вернулась. Князь Синя, я велел отправить Ли Цзюня и Ли Ланя в ваш лагерь, а своего отца, раз ты уж здесь, заберешь позже. Генерал Цуй, вы великодушны. Безмерно благодарен. Князь Синя, раз ты в моем лагере, может, поговорим? Конечно, я подумал о том же. Мы наконец вернулись. Вы встретились с генералом. Отец похудел. Не переживайте, я взглянула на его лицо. Уверена, он здоров. Воевода, не переживайте. Воевода, не переживайте. О чем? Это лагерь войска Цуй. Лини не посмеет навредить отцу. Я не про это. Разве вы не беспокоитесь, что генерал навредит Лини? Понимаете? Генерал мог подготовить засаду, прежде чем позвать Лини. Когда Лини войдет, он прикажет убить, разбив чашку. Не переживай, этого не будет. Воевода, вы так доверяете Лини или генералу? Что убеждены в этом? Я не доверяю обоим. Князь Синя, почему эта шпилька у тебя? Госпожа Цуй дала ее. Князь Синя, думаешь, можешь из-за этого вести себя нагло? Это недопонимание. Я сопроводил госпожу Цуй, потому что мне нужно обсудить неотложные дела. Князь Синя, ты хочешь одолжить силу войска Цуй? Чтобы ответить Чан? Ты шантажировал меня в своем письме. Сегодня ты даже вернул мою дочь. Князь Синя, полагаю, ты думаешь, я не посмею обезглавить тебя? Но в то же время я верю им.
Что это за загадка? Ничего не поняла. Почему ты так переживаешь? Я чуть не забыла. Здесь же Исечанэр. Ты переживаешь, что генерал убьет Лини и его людей, да? Воевода! Я вообще-то серьезно, а вы дразните! Генерал! Папа! Пора поесть. Попробуй, какую я сделала лапшу. Она вкусная. Ин, почему не спросила, куда ушел Лини? Только не говори, что хочешь его убить. Схватил мою дочь и шантажировал в письме, а я не должен его убивать? Папа, ты удерживал его братьев и отца. У него не было выбора, кроме как вернуть меня назад без драки. Теперь мы квиты. Если подумать, ты даже выиграл. Хотел спросить, почему отдала Лини шпильку, которую оставила мать? Он выиграл в споре. Она была наградой. Что еще за спор? Такой весомый, чтобы отдать подарок матери? Папа, все было так. Когда мы были в Бинчжоу, Хан Ли грозил нам смертью. Лини и я были в опасности. Поэтому мы поспорили. Проигравший должен был помочь победителю успешно сбежать, а сам остаться в Бинчжоу. Лини проиграл, поэтому он помог мне сбежать. Я дала ему шпильку в качестве награды. Вздор. Ты же выиграла в споре. Зачем наградила его? Может, он специально проиграл. Папа! Ин, не дай себя одурачить. Разве сказал бы он, что проиграл специально, чтобы дать сбежать? Папа! Думаешь, я такая глупая? Сложно сказать. Вдруг внезапно разум помутился. Все равно, этот негодяй схватил тебя и оставил во дворце Тайцин. Вот подлец. Да, точно подлец. Лени, наконец, в моих руках. Я убью его, чтобы выпустить гнев. Сейчас Дунду под контролем войска Цуй. Как отобьем Сичан, воцарится мир. Когда ты покинула Инчжоу, ты хотела, чтобы люди жили мирно. Скоро так и будет. Папа, если убьешь Лини сейчас, люди не смогут жить в мире. Ты не говорила так, когда была в Инчжоу. Ты считала семью Ли бездарной и что только достойные должны править. Ну, тогда я не знала Лини. Папа, послушай. Лини родом с перевала Лаолань. Он славный воин. Что важнее, он не стремится к славе, он хочет лишь подавить бунт и вернуться на перевал. Он способен нести ответственность с сердцем полным благородства. Такой правитель необходим после ужасов войны. Если будет иначе, мир снова погрузится в хаос. Неважно, кто взойдет на трон. Ты всегда была гордой. Не ожидал, что ты испытываешь такую симпатию к Лини. Я его уже убил. Больше ни слова о нем. Я не верю. Ты бы не убил его. Почему? Я хорошо тебя знаю. Как бы ты его ни ненавидел, прежде чем сжечь мосты и убить его, ты завоюешь Сичан. Хочешь сказать, что князь Синя нам нужен еще живым? Конечно. Отец! Скорее. Моя дочь говорит, что ты нам еще нужен, пока не убью тебя. Совсем тупой? Не можешь победить? Беги. Нравится, что ли, лежать связанным? Не то чтобы я не мог победить. То есть, да, не могу.
но избежать так не могу. Я хотел, чтобы генерал Цуй помог войску Джинси вернуть Сичан. Отец, так ты обещал ему вместе бороться за Сичан? Спасибо тебе! Теперь можешь быть спокойна. Не надо пихать мне еду. Твоя лапша уже размокла вся. Сейчас же приготовлю еще. Тише ты. Не торопись. Вкусно? Ага. Это из-за веревки? Ничего, пройдет. Что за глупец? Пара побоев, ничего, но становится опаснее. Беги, не маленький же уже. Тебя непонятно сколько держали связанным. Совсем не боялся пораниться? Не так уж и долго. Знаешь, перед твоим приходом генерал сказал, что мог бы отправить мне свои войска, чтобы вернуть Сичан. Но ему пришлось связать меня и запереть. Все зависело от тебя. Захоти ты моей смерти, он не отправил бы войска и тут же снес бы мне голову. Но если бы ты не захотела моей смерти, он обещал помочь мне вернуть Сичан. Настолько уверен был, что я не захочу твоей смерти? А если бы я обманом заставила тебя сопроводить меня к войску Цу, чтобы отомстить? Ты как-никак долго держал меня во дворце Тайцин. Еще злишься? Еще бы! Правда злишься? Конечно! Тогда попросить отца отрубить мне голову будет недостаточно. У меня идея. Какая же? Смотри. У нас вся жизнь впереди. Может, ты будешь пытать меня и отдавать приказы каждый день? Можешь вымещать обиды, когда захочешь. Думаю, так будет лучше. Ну что? Размечтался. Очень этого хочу. Что сделать? Что сказать-то? Тао-цзы? Поешь! Что с тобой? Ты чего туда-сюда мечешься? Будто пчела тебя ужалила. Не волнуйся. Я проверила князя Циня. Он в безопасности. Сейчас трапезничает с воеводой Хэ в ее палатке. На самом деле, это не из-за князя Циня. Не из-за него? А из-за чего тогда? Я боялся, что больше не увижусь с тобой. Хочешь видеть меня каждый день? Но мы скоро разъедемся. Война назревает. Если меня ранят или... Никто об этом не сообщит. Может, я больше не увижу тебя. Что ты несешь? Никто тебя не ранит. Не неси чушь. Точно. У меня есть твои лекарства. Ничего, если поранись. Что за дурак? Ешь давай, остывает. Будь осторожен на поле битвы. И не думай о ранениях. Вкуснятина. Тише ты.
Лекарь сказал вам не напрягаться. Я не знаю, в порядке Ин или нет. Как мне сидеть, сложа руки? Но вы еще не оправились. Вы себе только хуже делаете. Смотри за знаками на дороге. Войско Цуи где-то рядом. Надо сегодня вернуться в лагерь. Отдохну, как только увижу Ин. Господин, воевода благословлена свыше. Уверена, она в порядке. Господин! Шо, скорее. Ин, не хочу тебя оставлять. Почему тогда не останешься? Хочу забрать тебя с собой, но, боюсь, генерал Цуй не согласится. А ты мечтатель. У меня подарок. Господин, мы дошли. Это... разве не воевода Хэ? Ин... Носи с собой, пока меня нет. Не бей его. Не ломай и не кидай. От злости. А фигурка... прям твоя копия. Если нравится, сделаю потом еще. Будь добр, сделай уж. Иначе фигурки будет одиноко без друзей. Господин. Уже поздно. Тебе пора. Ин! Ин! Как только война закончится, я женюсь на тебе. Дождись меня. Я вернусь и попрошу твоей руки.
женюсь на тебе. Я обещаю. Я женюсь на тебе. Ин. Я женюсь на тебе. Господин, уходим. Уходим отсюда. Князь Синя, пора в путь. Ин, береги себя и жди. Ин, как только война закончится, я женюсь на тебе. Я женюсь на тебе. Я женюсь на тебе! Господин, возвращаемся. Куда? У меня больше нет дома. Но нам некуда возвращаться. Кроме как войску Цуй. Мне некуда идти. У меня нет своего пути. И лекарства от боли нет. Кто я? Я не Цуй Линь. Я родился без имени. Я столько лет жил, как Цуй Линь. Уже и забыл, кто я. Ради нее. Ради Ин. Но больше я ей не нужен. Я отказался от себя, чтобы стать ее тенью. Но теперь я не нужен ей даже как тень. Я не вижу смысла жить. Господин. Шу, я всегда понимал, что я не Цуй Линь. Что Цуй Линь, она? Пусть даже она девушка. Она и есть Цуй Линь. Ни отцу, ни Ин. Я больше не нужен. Тень, которую бросил хозяин.
бесполезная. У нас, сын, нет будущего. Это все моя вина. Я виноват. В своей слабости, в том, что я не воин. Господин, я родился таким. Ты виноват. Шу, умоляю, убей меня. Просто убей. Тень, которая не нужна хозяину, заслуживает смерти. Так будет лучше. Еще есть шанс спасти вас. Говорят, что вот за что есть лекарство, способное излечить любую хворь. Господин, давайте попробуем. Нет. Мы не должны. Цуи Цзэшо. Заклятые враги. Мама Ин умерла от рук одного из них. Я никогда не приму от них помощь. Господин, вы должны жить ради Ин. Лишь так вы сможете переубедить ее. Если найдете лекарство и вылечитесь, возможно, вы его Дахэ наконец увидит истинное лицо Лини, как и ваши искренние к ней чувства. У нее откроются глаза. Она... Ты прав. Я должен жить. Лишь тогда я смогу увидеть Ин. И сумею защитить ее. Если однажды я излечусь и стану воином, она меня полюбит. И, наконец, забудет о Лини. Ин полюбит меня. Она полюбит. Полюбит и заметит. Ин. Ин. У меня еще будет шанс. Сегодня прохладно. Лучше зайди внутрь. Я думал, что мне никто не соперник. Пэй Сянь постарел, а Цуи был занят за шо. Но, похоже, я все же ошибался. Цуи занял Дунду. Их конфликт с Лини – дело времени. И если он убьет князя Ляна, то станет заклятым врагом Лини. Даже если нападут все разом, мы еще повоюем. Посмотрим, чья возьмет. А я говорил, что у Цзюни нет шансов отстоять город. Повезло, что ушли. Кто знает, что ждет нас, когда дядя все же захватит Луян. А теперь дядя еще и сына потерял. Уверен, он в ярости. Вот до меня нет дела. Кстати говоря, я теперь единственный наследник семьи Цуй. Все же я племянник. А что если великий генерал узнает, что господина Цуя, и как это возможно? Наши люди отлично замаскировались. Даже если начнет выяснять максимум, на кого выйдет, это на Ли Цзюня. Иначе стал бы он просто из вредности нападать на Луян. Но если он допросит князя, боюсь, что он... Даже если что-то узнает, и Цзюнь не станет ничего скрывать, слушать точно не станет, решит, что бред. Сам подумай. Ли Цзюнь не только устроил все это и убил его сына, но и вбил клин между мной и дядей. Станет он ему верить.
Ты столько лет мне служишь. Когда начнешь думать уже? Да-да. Может, стоит спрятаться и понаблюдать, что будет? Других вариантов нет. Господин. Нет больше. Лишь бы поесть. Проглот. Воевода! Письмо от генерала Ли. И вкусняшки. Вот. Война близко. Вспомнил, что ты их любишь. Решил скрасить дни в скуке. Жуй, думая, как разбиваешь врагов. Так же легко, как бамбук. Надеюсь, это на удачу. Желаю тебе одержать победу. Буду в столице. Схожу в лавку сухофруктов. Съем так много, как только смогу. Я доверю вам боковые и задние фланги. И передай привет своему отцу. Воевода, что он вам написал? Надеется, что мы одержим победу. Так он прислал это, чтобы просто пожелать удачи? Да, заставил ухо проделать такой путь, чтобы накормить нас на удачу. Он принес сухофрукты, но точно обо мне не думал. Такая упертая, но как хомячит, так первая. Воевода, ешьте! Юда, что такое? Я больше не могу терпеть! Они подставили нас! Мы стольких потеряли! Как можно вступать с ними в союз, чтобы взять Сичан? А если снова предадут, что тогда? Вот да! А если нас снова предадут и нападут со спины? Я знаком с Суи. Он не такой. Какой отец такой и сын? Раз сын предал, значит, ее этот может. Будь Суи таким же, я бы не покинул Лоян. И он не помог бы с отцом. Шици, ты уверен, что им можно доверять? Джанси доверили нам боковые и задние фланги? Наше войско сильнее, чем их. Поэтому нам и доверили прикрыть. Линь и правда наглец. Не боится, что отрежу путь к отступлению и заманю все чани в ловушку? А ты так поступишь? Я доверяю им. Если Ши Ци доверяет, то и я. И я. Я доверяю тебе. Раз так... Я тоже доверяю Ши Ци. Юде, что скажешь? Тебе, конечно. Спасибо за доверие. Держи. Когда отобьем Сичан, зажарим барашка вместе. Забудь про барашка. Нужно выпить. Да, выпить. Давайте, выпьем. Да? Я бы давно с ним разобрался, если бы не ты. Папа! Ты бы не стал. Но пусть даже у войск Цу и Джен Си больше воинов, чем у Сунцзина. Сичан легко защитить, но сложно атаковать. Хотя Линь еще сопляк. Он не похож на безрассудного. Он сделал приготовление. Я прав? Так ты понял. Вообще-то, Линь уже отправил людей тайно распространить слухи в городе, чтобы люди от страха боролись за еду. Сейчас люди в панике. Когда нападем, город погрузится в хаос. Я предполагаю, что он подожжет амбар или украдет оттуда зерно. Когда в городе будет хаос, а в амбаре не будет еды, воины, охраняющие город, будут голодать. Так взять город будет гораздо проще. Правда? Что? Ты думаешь, такой план не годится? Линь выглядит молодо, но он зрелый.
Наверняка припрятала еще туз в рукаве. И его план вобьет гвоздь в крышку гроба. Устроить поджог амбара и взбаламутить народ. Не очень-то достойно. Вообще, я тоже думаю, что у него припрятан козырь. Но кто знает, что у него сейчас на уме? Думаю, теперь я понял, почему ты влюбилась в него. Папа! Мы тут о делах говорим. В его возрасте я не был таким смелым и дотошным, как он. Несмотря на бесчисленное множество сражений с The Show. Пап, как вас можно сравнивать? Ему просто повезло. Он не задирал нос, хотя из императорской семьи. Сражался в битвах от перевала Лаулань до сюда. Он намерен вернуть страну с поддержкой целого войска. Ему не просто повезло. Папа, ты слишком его хвалишь. Думаю, он не заслужил такой похвалы. Раз его хвалит моя дочурка, я тоже имею право. Может, тогда ты не будешь придираться к нему? Я сказал, что он хороший воин, но о твоей руке пусть не мечтает. Снова ты. Князь Сюня скоро нападет на город. Сообщалось же, что генерал Пинляна Цуй И завоевал Дунду. Это сила князя Цинь. Он не только преподнес Цуй И Дунду в качестве щедрого подарка, но и увидел войско Цуй присоединиться к завоеванию Сичана. Отец, скажи, ты считаешь, что он победит? Кажется, что он хочет напасть на Сичан вместе с войском Цуй, но на деле он скрывает свои планы. Я только не знаю, что он собирается делать и как его поддержать. Премьер-министр! Мы в беде! В беде! Князь Синь напал. Бунтовщики ограбили зернохранилище. Они ограбили амбар. Стража не смогла их остановить. После этого амбар загорелся. Его ограбили и подожгли. Боюсь, ничего не осталось. Ясно, я понял. Можешь идти. Прикажи охранять врата. Есть! Ваньян, теперь понимаешь? Так он нацелился на город. Да. Сначала пустил слух о недостатке еды, учинил панику, потом приказал бунтовщикам ограбить и сжечь амбар. Сейчас в городе нет еды. Воинам, защищающим город, придется голодать, вряд ли они настроены на оборону. Верно. Князь Ляна провозгласил себя императором, Суньцзин – тиран. В городе беспорядок. Сичан должен пасть. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Бунтовщики ограбили амбар.
Боюсь, Лени скоро нападет. Дзин, я не хочу, чтобы ты уходил. Давай, сбежим. Для меня время летело так быстро. С тех пор, как мы воссоединились. По мгновению полжизни прошло. Может... Я надену броню и помогу защитить город. Не глупи. Останься здесь. Я вернусь и выпью с тобой. Как разберусь с Лени. Я тебя дождусь. Жди меня. Здесь. Усилить оборону. Доклад! Наместник! Войска Джинси и Цуй не знают пощады. Они установили лестницы, несколько врат под атакой. Наши силы на исходе. Мы несем потери! Прикажите тылу подняться на стену. Оборонять врата. Нельзя отступать. Кто ослушается, казнить. Да!
наместник! Бунтовщики атакуют наших воинов! Они даже воруют наш керосин! Наместник, отдайте приказ! Всех мятежников убить! Всех до одного, да? Наместник в городе Хаус. Плохо дело. Может, покинете город и перегруппируете силы на перевале Тун? Нужно продержаться несколько дней, пока не вернется войско из Байюэ. Тогда сможем окружить и уничтожить войска Джин Си и Цуй. Наместник, есть жизнь, есть надежда. Довольно? Прикажите воинам. Наместник! 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 Поскольку я согласилась на двустороннюю атаку с Лини, мы должны нанести смертельный удар Суньцзину во дворце. Ваше высочество, очнитесь! Кто-нибудь!